свобода одного заканчивается там, где начинается свобода другого. Я как человек не курящий, никогда не курящий, не пробую, я не знаю, что вот зависимости от такой. Я, конечно, поддерживаю. Потому что почему я, человек без такой вредной привычки, должна страдать от вредных привычек другого человека? А, к сожалению, это та привычка, которая заходит на мою территорию. Ну все, я поддерживаю.